час, мондо бутіки не раптом. Тусуйся, пляши, як дитин. Вони зіпсують тобі свято. Льоша і Даша, Васік накажуть, блін. Час, мондо бутіки не раптом. Тусуйся, пляши, як дитин. Вони зіпсують тобі свято. Дурнів плюс один. Как бы весна, но все еще по-зимнему холодно, и несмотря на это, сегодня начало футбольного сезона, и на девственное зеленое поле выйдут красно-синие интеллектуалы. Мы, скажем так, вот, и... Чтобы сразиться с интеллигентами... Ты что, ебать, или что, тебе делать не ебать, от меня, в голубой форме. Ребята, давайте 3-4. Оболонь! Да нет, Динамо! Ты за какую команду болеешь? За Динамо. А, ну тогда нельзя. Чего нельзя? Ну, понимаешь, Динамо лучше в мире команда. Не-не-не-не. Да сто пудов. Арсенал получше. Сегодня. Арсенал зачем? Да ну не зря же Динамо в голубую форму одевают. Зря. Зря. Скажите, пожалуйста, кого все-таки приятнее бить, фаната Арсенала или фаната Динамо? Чья кровь ярче? Если сегодня, допустим, в первом сете будет ничья, а во втором сете как будет разворачиваться? Тайме. Динамо победит сегодня 3-0. Вась, надо пойти поставить. А кого нужно не выпустить сегодня в динамовском составе, чтобы Динамо все-таки заиграло? Милевский типа. Ну да. Не, ну пусть попадает, пусть выйдет, попадает. На форуме команды Арсенал тоже попросили, чтобы вышел Милевский. Я не знаю, сколько надо забивать, чтобы выигрывать. Очень обидно. Я не знаю, очень расстроился. Все знают положительные стороны Динамо. Все знают. Да? Одна из сильнейших команд. Далеко не сильнейших. Ну какие вот отрицательные все-таки стороны Динамо? А это сами стороны? Нет. Те, что иногда приходят. Динамо киллер! За какую команду вы болеете? What team are you rooting for? Динамо. Как вы относитесь к расизму? What do you think about racism? Дуже погано. Но люди, которые болеют за Динамо, они любят расизм. But people who are cheering for Динамо love racism. But I hate racism. Але він ненавидить расизм. Передай йому, пусть болеет за другую команду. So you need to cheer for the other team. Okay. Who are you cheering for? За кого ти вболіваєш? За Арсенал. Почему? Лондонский. Найкращий. Руководство клуба «Динамо» предложило шоумену российскому Сергею Соседову поиграть в ветеранской команде «Динамо 76». Я бы за. Соседову предлагают место голкипера. Не будут ли трибуны кричать, что вратарь-то дырка? Нет, не будут кричать. Это они будут наоборот любить. То, что вратарь как бы будет дыркой, ничего страшного. Не, это оскорбительно, конечно, но с другой стороны это положительно получается. Мы каждому друг другу завидуем. Как можете прокомментировать скандал в азиатском футболе сейчас с карточками? Вы знаете, как именно на нынешний момент, то есть я футболом как бы сейчас не занимаюсь. Сейчас в двух словах расскажу, там нападающий сеулской команды в Южной Корее, ему английский арбитр показал желтую карточку, а значит этот нападающий, он возмутился тем, что я, мол, что вы мне показываете желтую, потому что я азиат. И разгорелся нешуточный скандал, вплоть до того, что сейчас отменяют желтые карточки в азиатской лиге. Неразбериха, я считаю, то есть это полный нонсенс там насчет чего-то. То есть это можно было свободно решить, то есть пообщаться.
которые вот прям сильно увлекаются футболом, они типа даже какое-то помешательство начинается. Ты вот не замечал такого? Больше много замечал людей, какие не то что футбол, все равно выиграли, проиграли, набухаться, покричать, помахать шарфами. Наши флаги бело-голубые, мы болеем за Динамо Киев. Ну, скажем, невыдающиеся результаты наших отечественных команд. Всерьез обсуждается вопрос об упрощении, скажем так, правил в украинской премьер-лиге и Кубке Украины. Речь идет о том, чтобы разрешить одноразовое касание мяча рукой в штрафной зоне. Например, там Александр Алиев, да, бежит в штрафной, ну, случайно коснулся рукой. Ну, что же, человеку одно останавливает свистком. Ну, не головне ж правило, головне б була гра, б грали і було бажання до футболу. Харьковский металлист Алексей Дурнев. Да. Я знал, что я когда-то попаду в Дурнев. Динамо Киев. Давайте, пацаны, 3-4. Арсенал. Говно. На-на-на-на, е-е, е-е. Мы болеем за Динамо Киев. Уважуха. Давай, спасибо. Тебе тоже. Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.